Всем привет! Вот, вчера полное видео не снимал. Взяли двух поросяток, двух девочек. Сегодня им 5 недель. Опыта в разведении свиней у нас нету. В содержании свиней опыта тоже нету. Сейчас приезжал мой родственник, провел небольшую консультацию. Объяснил, где мои косяки. Сейчас их буду устранять. Объяснил, как себя вести в плане того, что им нужно сделать, что им нужно поменять, что можно улучшить, как проще, как лучше и так далее. Ну, это Дмитрий, человек с достаточным опытом для того, чтобы проконсультировать. Вот поэтому будем пробовать пытаться что-то изменить. Вот сделал кормушку им. В кормушке есть еда, в кормушке есть косяк. Косяк в каком плане? Они туда залазят, ползают по ней. Тоже плохо. Вот. Ну и все эти деревяшки уберу. Оставлю так. Видимо, пытаются поспать. А я вот опять отвлек их. Вот. Положил им тут немножко сена. Часть они уже поели. Комбикорм взять не получилось. Поэтому будем пока на овощах. Будем кормить универсальным комбикормом, отрубями пшеничными. Вот с такими звуками мы со вчерашнего дня. Да, девки? Вот видите, все засыпает уже. Ну, мешать им особо не будем. Вот. Как я и говорил, вот это у нас помещение, бывшее крольчатник. Вот. Поэтому этот крольчатник теперь, как я и говорил, мы все равно возьмем кого-нибудь сюда заселим. Вот мы взяли поросят, заселили сюда их. Поэтому поросята у нас будут жить в крольчатнике. Ну и естественно, тут все края, все что нужно будет залатать, залатаем, потому что они нарыли тут уже очень много. Плюс после хомяка они тут показали, что хомяк только начал, и хомяк — это еще цветочки. Они тут роют по максимуму все, что им интересно, все, что им нужно. Вот, назвали вот эту вот справа, которая Глашка, она поменьше, а слева, которая побольше чуть, хотя из одного помета, это у нас Агафья, Агашка. Вот такая вот свинка. Да? Вот. Ну, меня-то они как бы пока еще боятся, не привыкли, даже сутки еще у нас не находятся. С водой тоже у нас небольшой косячок в плане того, что у нас пластиковый тазик. Надо будет металлическое что-то еще и на станине делать, чтобы они не переворачивали, не роняли, не топтались, там не ходили и так далее. Поэтому получаем небольшой опыт, получили сейчас небольшие знания по поводу этого всего. Привет, привет. У меня они пока еще боятся, не привыкли еще к нам. Вот такие вот у нас две красоточки. Пишите, оценивайте, давайте советы, кто имеет опыт. Не диванные критики, а именно люди с опытом, подсказывайте. Буду рад получать какую-то полезную информацию в плане содержания свиней. На разведение мы их не взяли, мы взяли на содержание. То есть это две девочки, мальчиков мы брать не будем пока что. Пока мы не готовы на такой высокий уровень. Вот.